К другим новостям. Последние звонки прогремели, а значит, подошла к концу школьная пора. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок. Свои аттестаты уже получили 827 выпускников. Из них 599 девятиклассники, среди которых 23 с отличием, и 228 выпускников 11 классов. Золотые медали получили 10 человек, и пятеро окончили школу с серебряной медалью. Однако тем, кто планирует получить высшее образование, еще предстоит сдавать ЕГЭ. В какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Необычный у нас с вами сегодня праздник. Выпало на вашу долю такое событие, как коронавирус, пандемия. Поэтому у нас условия проведения всех торжественных мероприятий очень сильно изменились. Но тем, наверное, будет памятен вам этот день и выпуск 2020 года. Будет кто-то бегать, но не я. Куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги в недальние края, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит.